Москва, 24 октября 2016 года, свидетель скоро на суда города Москва арест рассмотреть. В открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренной частью 1 статьи 1934 по АПРС, в отношении Юрия Левада, признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренной частью 1 статьи 1934 по АПРС, назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей. Разъяснить, что штраф будет уплачен по дней 60. Илья Дмитриевич, можно вас? Посмотрите. Готовы? А можно вот убрать вас, да, а? Да, уберите. Мне бы не хотелось иметь дело с НТВ, честно вам скажу. Ну, это не судебное рассмотрение. Решение было заранее подготовлено, и судья не провел ни рассмотрение сторон, не выслушал ни наши аргументы, в частности мои, ни представителей Минюста, потому что у нас к ним были масса вопросов. В каком-то смысле ситуация позорная для российского суда и правосудия.